Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами вновь на вкусной кухне Пиар-бара, и с вами я, шеф-повар Валерий Ковалев. Сегодня мы приготовим десерт, приготовим блинчики с клубникой в ликере и с вкусным сливочным кремом. Что нам для этого понадобится? Блинчики. Блинчики я пожарил заранее. Блинчики каждая хозяйка, каждый умеет готовить по-своему, и поэтому я не стал, то есть, углубляться и показывать, как готовить блинчики. Значит, я на сливочном масле, ну, где-то 10 грамм сливочного масла я отправляю на сковородку, добавляю туда сахара, ну, наверное, тоже грамм 10, и я буду обжаривать нашу клубнику. Клубнику и блинчики, то есть, я буду обжаривать и протушивать в ликере, чтобы наши блины пропитались ликером и были вкусные. Отправляем нашу клубнику. Делаю побольше огонь, добавляю ликер, и я хочу его выпарить алкоголь, да, чтобы у меня остался только аромат клубничного ликера, а алкоголь весь вышел. Хочу перевернуть наши блинчики, да, чтобы они пропитались со всех сторон. Все, наши блинчики готовы. Мы начинаем сервировать их на тарелку. Ох, аромат здесь, конечно, идет. Мы их должны подать теплые, то есть я их только пожарил, да, и сразу выкладываю на тарелку. Наша клубника. И я добавляю, не жалея, нашего сливочного крема. В каких-то из передач мы уже рассказывали, это крем-чиз, как его готовить. Ну, если кто-то забыл, мы обязательно в передаче «Ответ-вопрос» ответим, расскажем, если будет нужда. Я добавлю немножко свежей клубники и оставлю зелененькие наши листочки на ней. И я дам сахарной пудры. Наши блинчики в клубничном ликере с крем-чизом готовы. Приятного аппетита и ждем вас в гости.